Учитель должен быть разносторонним, он должен уметь сочетать в себе не только какие-то, да, качества учителя, что вот там мы обсуждаем только, допустим, математику, ну и можно какие-нибудь интересные истории рассказывать, связанные с математикой, какие-то факты, математические трюки, я тоже люблю детям рассказывать, что вот, а можно вот так решить задачу, ну, более хитрым способом. Вот. Ну и нужно комбинировать обязательно различные методики. То есть не каждый урок мы решаем, допустим, просто по учебнику. Можно применять информационные технологии, можно какие-нибудь игры детям устраивать, кроссворды и так далее.